Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Меня зовут Айхан, я родом из Азербайджана, из города Баку. Живу в Соединенных Штатах, в штате Нью-Йорк. И хотел бы сегодня коротко рассказать вам, как я пришел к вере, как я принял ислам. Я вырос в семье, где не практиковали ислам, в светской семье, где были далеки от веры, от религии. Я был человеком, который ничего про религию, можно сказать, что не знал ничего. Как и свойственно невежде, молодому человеку, занимался непристойными делами, да простит меня Аллах. Гулянки, клубы, пил, курил. И как-то мой отец очень сильно заболел. Вот это было причиной, что я начал просто задумываться, зачем мы рождаемся, зачем мы умираем, зачем столько зла, несправедливости на земле. Неужели все это останется безнаказанно? И когда я потерял своего отца, я еще более усердно начал об этом думать. И был такой момент, когда мы хоронили своего отца. Я спустился в могилу, чтобы исправить ноги, положение головы отца в сторону гиблы. И я там начал задумываться, зачем мы умираем, зачем мы рождаемся, понимаете? И стояла жара, был август месяц, сияющее, палящее солнце, а в могиле было так холодно, вот я вам не могу этого состояния описать. У меня дрожь была по телу. И я там еще более усердно начал задумываться о смысле жизни. И у меня был один знакомый, который был верующим. Он мне посоветовал сперва узнать об Аллахе, кто он такой, зачем он нас создал. И вот эти мои вопросы, которые я думал о смысле жизни, привели меня к Корану, где я нашел ответ на все свои вопросы, что мы созданы были для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. И я начал читать лекции единобожия, прочитал Коран, Суру Ар-Рахман, и это все повлияло на мое сердце. И я решил все-таки принять ислам, сказал шахаду, стал мусульманином, и с тех пор стараюсь придерживаться своей веры. И вам советую, братья и сестры, где бы вы ни были, стараться бояться Всевышнего Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.